Всем доброго дня! Вы на канале Деревенский край. Вчера мы стали делать поднос. Нам заказали два подноса из сосны. И когда мы распиливали доску вдоль, попался на доске сучок. И на нашем циркулярном станке поломалась вот эта часть, пластина. Она, возможно, дюралевая. Сучком выломала просто вот эту часть, которая крепится. И пилить стало, конечно, не очень удобно. Поэтому сейчас мы будем выпиливать вот такую же подобную пластину. Нам придется что-то самим придумывать, потому что отдельно такие запчасти не продаются на циркулярный станок. Так как работы у нас много по изготовлению деревянных изделий, нам без станка никак. Поэтому сейчас вот нашли мы такой швеллер. И сейчас будем выпиливать такую же пластину. Нужно еще будет выпилить паз под циркулярный диск. Немного закругляем края. Thank you.
Так как на циркулярке небольшие выступы, здесь надо сделать углубление. Все сломалось из-за того, что здесь торчат две бобышки, одна вот, другая с другой стороны. Попробуем их болгаркой чуть-чуть подсрезать. Вот убрали две бобышки, спилили. Теперь вот получилась вот такая. Сейчас здесь чуть-чуть все подшкурим, подшлифуем. Вот, вот так как-то примерно все у нас получилось. Сейчас будем все это дело подгонять, сошлифовывать. О, блин. И вот с этой стороны здесь приваривать две лапки, чтобы они входили в паз, вот в эти пазы. Не вылетало. Потом будем ставить замок, нарезать резьбу и прикручивать, чтобы она не вылетала у нас. Вот мы отшлифовали ее, стало подходит отлично. Сейчас будем вот с этого, с этой железки приваривать сюда лапки, чтобы входило зацепление и не вылетало из станка. Потом обрабатывать. Вот, будем делать вот такие лапки и подгонять потом по месту. Вот сейчас будем приваривать, потом подгонять. Пластину делали мы из железа с пятерки.
сейчас будем вырезать лапки. Вот отметил примерно. Отрезаем. Примерно как-то вот так. Привариваем вторую. Вот такая у нас получилась. Сейчас будем подгонять. Вот приварили две лапки, чтобы входили вот в эти места. Все выточили. Все, встает идеально. Пробовали пилить, только что все отпилило хорошо, ничего не прыгает. Сейчас пойдем покрасим и начнем работать. Сейчас покрасим, чтоб не ржавело. А то бывает и в дождик попадает. Вот, когда пилишь, вот этот лист, вон он прыгает, вниз уходит, вон. Вот сейчас будем пробовать на новой. Вот здесь уже ничего не прыгает, ничего не шевелится, все стоит конкретно. Доска, вот все идет ровно, хорошо. Так что это у нас заняло часа два работы, вся подгонка. Всем пока. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся. Ждите наши новые видео.